Привет, друзья, с вами Макс на канале Чуча ТВ. В прошлых видео я рассказывал о модернизации вот такого замечательного 3D принтера Tron CX-Y2 Pro, который незаслуженно обходится стороной, на него не обращают внимания, хотя он имеет огромный потенциал для дальнейших модернизаций, доработок. При этом он достаточно неплохо печатает и из коробки. Так что он подойдет как новичку, так и бывалому 3D-печатнику. Самой дорогой модернизацией этого принтера стала установка подающего механизма. Это Direct Extruder BMG Wind от компании Mellow Store. И как вы помните, на этот Direct установлен короткий мотор, который явно отличается по своим характеристикам от штатного 42-го мотора. Поэтому сегодня я расскажу, как правильно настроить токи драйверов нашего короткого мотора. Для этого переворачиваем наш принтер вверх ногами. Ставим мультиметр в режиме замера напряжения. Минусовой щуп подключаем к блоку питания на минус, а плюсовым щупом делаем замеры. При этом моторы на нашем принтере желательно отключить, чтобы, не дай бог, не спалить драйвера. На материнской плате присутствуют подстроечные резисторы, которыми нужно прикоснуться к плюсовым щупом. Но когда мы это делаем, обратите внимание, вольтаж у нас стоит по нулям. В отличие от известных нам материнских плат, таких как Creality, BTT, Fly и так далее, здесь немножко по-другому нужно замыкать красный щуп. Посмотрите на регулировочный резистор. Здесь у нас есть два контакта. Левый и правый. И вот как раз эти контакты нам и нужны. В данном случае нам нужен именно вот этот вот левый контакт. Сам же регулировочный винт у нас не токопроводящий. Подсоединяемся к левому контакту. У нас появилось напряжение 1,246. Это нормальное напряжение для TMC2225. Точно так же проверяем и следующий контакт на следующем подстроечном резисторе 1,298. Это в принципе нормально. Ну и давайте проверим, какое напряжение стоит на нашем коротком моторе, на экструдере. 1,263. Это, естественно, много. Из-за этого наш мотор будет греться. Поэтому, удерживая щуп на левом контакте, нам нужно прокрутить немножко подстроечный резистор по часовой стрелке. И вот, пожалуйста, мы уменьшаем где-то в районе 0,8-0,75. Специальный калькулятор для просчета вы можете получить по запросу в нашем телеграм-чате, написав мне в личное сообщение или просто в наш чат. Но в этом нет особого смысла, потому что для коротких моторов достаточно поставить напряжение где-то 0,75-0,8, не больше. Тогда моторы не пропускают шаги и не греются, как показывает практика. Надеюсь, эта видеоинструкция вам понравилась, она помогла вам в работе. Если у вас возникли вопросы по настройке вашего 3D принтера, можете обратиться в наш телеграм-чат, в котором уже участвует более 2000 человек. Я его специально создал для таких вот задач. А на этом я с вами прощаюсь. Не забудьте поставить лайк. До новых встреч. Пока-пока.